Август с медовым вкусом. На театральной площади Саратова открылась ярмарка меда. Новый урожай благословил и осветил священник. 14 августа у православных христиан начинается Успенский пост, первый день которого в народе принято называть медовым спасом. На ярмарку в Саратов съехались более 60 пчеловодов из разных районов области. Сладкоежки могут устроить здесь дегустацию меда и попробовать около 15 разных сортов. Жаркое лето 2015 не стало проблемой для медосбора, но отразилось на вкусе меда, говорят пасечники. Вот сейчас у меня 5 сортов меда на прилавке стоит. Это липка, майский, цветочных два сорта, гречишечка. Засуха первые 2 месяца свое, конечно, дала. Вот. Но зато меда более концентрированы, скажем, в своих вкусовых ощущениях. Вот. Их меньше, зато ядренее, скажем так.